Итак, друзья, моими скромными покупками в фикс-прайсе были вот такие вот скотчи. Появились новые, они бумажные. Давайте с вами их сразу распакуем, посмотрим поближе. Они бумажные, они без блестяшек, как вот знаете, блестяшки, они не очень хорошо клеятся. А эти... Ой, они потрясающие. И на ощупь тоже такие классные. Два совсем тоненьких, два средних и два относительно широких, да. Вот, видите. То есть получается 6 скотчиков. Намотка у всех одинаковая. В принципе, да, это видно. Но очень класснеучие. Я вот хотела именно вот эту серию в горошек и полосочку. Я очень довольна. Вот тут один отклеился, сейчас посмотрим. Да, нормально он клеится, если на бумагу клеить, то нормально. Вот. Я, кстати, такой лайфхачик, маленький лайфхак. Если скотч плохо клеится, вот такой бумажный или блестящий из фикс-прайса, я его просто намазываю клеем-карандаш и приклеиваю. Он клеится намертво. Клей-карандаш, кстати, тоже из фикс-прайса. Вот, в общем, такими штучками я довольна. Итак, друзья, еще в фикс-прайсе я взяла вот такие лаки. Зеленый и оранжевый, мне понравились цвета. Стоили они, по-моему, по 50 рублей. Конечно, накладно для творчества, но объем большой. Так что попробуем. Зелененький очень похож на тот, который у меня уже есть, но я надеюсь, что он немного другой все-таки. Потому что не хочется повторных. Да, он немножко другой. Этот лак из магазина «Заодно». Да, этот немножко более зеленый, тот более в голубой отдает. Вот. Ну, попробуем. Этими пока довольна. Еще хочу показать. Мы с подружкой заходили в другой фикс-прайс. Анютка, тебе привет. Значит, я взяла вот такие сочные цвета, розовый и фиолетовый. Это тоже для творчества. Мне понравились оттенки. У нас таких нету. Вот такой вот перламутровый белый. Я все ищу абсолютно белый, но пока не могу его найти. Мне нужен абсолютно белый. Ну вот, взяла вот такой перламутровый. И еще вот такой вот розовый девчачий. И еще в другом магазине, раз уж лаки показываю, взяла вот такой вот тоже белый. Он немножко другой, он как бы с блестками. Вот эти отличаются друг от друга. Кстати, вот этот вот Рио мне понравилось, как он ложится на поверхность. Я не знаю, как он на ногти ложится, но туда, куда мне надо, вот он ложится лучше всех. Попробую еще вот этот Жан-Мишель. На него хорошие отзывы. Вот. И последняя моя покупочка, это очередная кружка. Я больна кружками, как вы знаете, и я ее увидела, не смогла устоять. Она была единственная. Она такого зеленого цвета моего любимого. И на ней такие бронзовые блестящие цветочки. Вот. И как-то, знаете, в такую весну заснеженную очень хочется чего-то яркого и позитивного, поэтому я не устояла и взяла. Вот у меня такой формы кружки нет, поэтому буду с удовольствием из нее пить чай. Вот это, в принципе, все мои скромные покупки из фикс-прайса.